Трамп призвал прекратить шатдаун, который длится почти месяц. Для этого даже пошел на уступки в миграционной политике. На связи со студией наш собственный корреспондент США Валентин Богданов. Валентин, приветствую. Какие выходы Дональд Трамп предложил? Добрый вечер. Ну, детали того, что Трамп предложит, благодаря утечкам из администрации Белого дома, появились еще заранее, но президент США внимательно отнесся к своему сегодняшнему экстренному обращению по поводу шатдауна и по поводу миграционной политики, обставил его соответствующим образом, предшествовало его заявлению принятия, церемония торжественного принятия в гражданство пятерых человек, на ней присутствовал и министр внутренней безопасности США, они произносили торжественную клятву. И вот, перейдя в другой зал, Трамп уже зачитывал и говорил свое обращение, внимательно указывая на то, что единственным путем, как он считает верным, для того, чтобы оказаться в Соединенных Штатах, это является легальная миграция, приводил как раз этих людей в пример. Впрочем, давайте послушаем самого президента США, есть интересные и важные детали. Ну, например, впервые Дональд Трамп сказал о том, что стену, которую он хочет возвести на границе с Мексикой, он не видит в качестве сплошного барьера, а речь идет лишь об укреплении отдельных участков наиболее проблемных границы Соединенных Штатов с Мексикой. Собственно говоря, о чем-то подобном много лет говорили и сами демократы, которые теперь так активно сопротивляются идее Трампа о строительстве стены. Впрочем, слово самому американскому президенту мы сейчас предоставим. Давайте послушаем. Это не строительство стены длиной в 2000 миль от моря до моря. Речь лишь о барьере из стали в местах повышенной важности. Большая часть границы уже защищена естественными барьерами, горами и водой. Кроме того, у нас уже имеющийся барьер протянулся на многие мили, в том числе речь о 115 милях стены, которые мы уже строим. Мы просим еще о 213 милях, чтобы закрыть их стеной в этом году, там, где это больше всего нужно. Вот по мнению Трампа, строительство всех этих укреплений необходимо прежде всего для того, чтобы нивелировать последствия незащищенности границы. О них Трамп говорил много, приводил в пример и статистику смертности от наркотиков в Соединенных Штатах. Он говорил о том, что большая часть наркотических веществ как раз поступает через незащищенную границу. Говорил и о вовлечении детей в различного рода преступления, которые организуются мафиозными кланами, осуществляющими, фактически занимающимися трафиком людей через границу. В общем, обо всех тех гуманитарных последствиях, с которыми Соединенные Штаты сталкиваются. Ну а после перешел к конкретике, высказавшись о предложениях. Ну вот помимо самой стены, он предлагает выделить Конгрессу 800 миллионов долларов на гуманитарные программы, 805 миллионов долларов на аппаратуру по выявлению наркотиков, нанять дополнительно 2750 пограничников, 700 судей по делам иммиграции, должны пополнить ряды правоохранительной системы США. Ну и, собственно говоря, всему этому сейчас продолжают противиться демократы, и Трамп предлагает конкретный выход. Он готов пойти на послабление в отношении принятых распоряжений Барака Обамы, которые Белый дом рассматривал. В частности, он готов потерпеть еще 3 года с так называемой программой DACA. Это программа по защите 700 тысяч жителей США, ввезенных еще детьми, их родителями, нелегальными иммигрантами. В последние годы администрация Трампа настаивала на том, что их надо высылать. Ну и также от депортации хотят защитить участников другой программы TPS. Собственно, давайте послушаем самого американского президента еще раз. В моем плане есть 2 новых элемента. Первый – это 3 года послабления для 700 тысяч мигрантов, привезенных в США незаконно их родителями в юном возрасте много лет назад. Такое послабление получит им получить работу, страховой полис и защиту от депортации. Наиболее важное. Второе, я предлагаю 3 года отсрочки статуса временной защиты, TPS. Это значит, что 300 тысяч мигрантов, у кого есть этот статус и у кого он был просрочен, имеют 3 дополнительных года определенности.
Это было уже второе экстренное обращение президента США за время шатдауна, но и эффект тот же. От имени демократов еще до того, как Трамп сделал свое заявление, выступила спикер Нижней палаты Нэнси Пелоси. Она сказала, что предложение Трампа составлено и скомпилировано из различных предыдущих идей. Ни одна из них не работает, поэтому ждать разрешения шатдауна, ждать разрешения этого кризиса после сегодняшнего обращения вряд ли стоит, Павел. Спасибо. Валентин Богданов рассказал об обращении Дональда Трампа к народу в темные времена шатдауна. Ну, как уже передают американские СМИ, демократы отвергли предложение Трампа, и шатдаун, по всей видимости, продолжится.